Он с первых минут играет в следующем составе. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Кристал Пэлас с первых минут выпустил следующий состав. Тренер решил ничего кардинально нового не придумать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4. Он с первых минут играет в следующем составе. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Кристал Пэлас с первых минут выпустил следующий состав. Тренер решил ничего кардинально нового не придумать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Он с первых минут играет в следующем составе. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Кристал Пэлас с первых минут выпустил следующий состав. Тренер решил ничего кардинально нового не придумать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Он с первых минут играет в следующем составе. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Кристал Пэлас с первых минут выпустил следующий состав. Тренер решил ничего кардинально нового не придумать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Он с первых минут играет в следующем составе. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Кристал Пэлас с первых минут выпустил следующий состав. Тренер решил ничего кардинально нового не придумать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Он с первых минут играет в следующем составе. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Кристал Пэлас с первых минут выпустил следующий состав. Тренер решил ничего кардинально нового не придумать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Он с первых минут играет в следующем составе. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Кристал Пэлас с первых минут выпустил следующий состав. Тренер решил ничего кардинально нового не придумать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Он с первых минут играет в следующем составе. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Кристал Пэлас с первых минут выпустил следующий состав. Тренер решил ничего кардинально нового не придумать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Он с первых минут играет в следующем составе. В полузащите сформирован мощный атакующий кулак. Обороне соперника сегодня будет очень непросто. Кристал Пэлас с первых минут выпустил следующий состав. Тренер решил ничего кардинально нового не придумать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Калвертс, Льюин.
Можно подавать сейчас. Ришарлисон. Есть возможности для атаки тут. Это мимо. Карло Анчелотти момент тоже понравился. Он приободряет команду. Нужно продолжать делать то же самое, и гол обязательно придет. Огорчен Карло Анчелотти этой упущенной возможностью выйти вперед. Итак, игроки нападения, оба виртуозные исполнители. Что они нам покажут? Ну, если смотреть статистику, атака достаточно скоростная, и защитникам сегодня придется здорово потрудиться. В общем, это будет очень яркий матч. Милевоевич. Уильфрид Заа. Ридевальд. Будет очень непросто. Кристал Пэлас с первых минут выпустил следующий состав. Тренер решил ничего кардинально нового не придумать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2.